Снег в городе убирают. Более 50 единиц снегоуборочной техники работают на центральных улицах шахтерской столицы. Карагандинские коммунальщики перешли на усиленный режим работы после обильных снегопадов. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, расчистка улиц идет по плану, а главное – эффективно, уверяют коммунальщики. Оказалось, что враг чистых дорог – это предприниматели, которые выбрасывают снег с прилегающих территорий на проезжую часть. Мы справляемся. Ирина Гришечко с лопатой в руках сутками. Нынешняя зима, особенно снежная, доставила дополнительные хлопоты снегоуборщикам. Только в ноябре осадков выпало вдвое больше нормы. Казалось бы, у коммунальщиков и так работа не в проворот. А тут еще приходится выполнять двойную работу. Расположенные вдоль дорог кафе и магазины свой снег выбрасывают прямо на проезжую часть. Вот, пожалуйста, находимся мы здесь. Вот магазинки, кафе, все выкинули, вот это выкинули на дорогу. И наши рабочие после них еще должны это все перекидать, и мы должны все это вывести. Почему-то все считают, что раз мы вывозим снег, мы обязаны работать за всех. Получается так, что все это бесплатно. Они должны с нами заключать договор и оплачивать. Мы это убираем снег за них. Где заставляем, чтобы договора подписывали с нами? Когда они заключают договора, мы снег убираем, естественно. Недопонимание представителей малого и среднего бизнеса прибавляет коммунальщикам работы, а вместе с тем и дополнительные затраты. Вот только в правилах благоустройства не прописаны обязанности коммерческих структур по содержанию прилегающей территории в зимнее время. И снег с тротуаров по-прежнему летит на проезжую часть. Проблему надо решать, говорит директор коммунального предприятия благоустройства Бекен Вахитов. Эту проблему надо решать, значит, на уровне маслихата. Вот, значит, должны приниматься, значит, ассоциации предпринимателей должны к этому. Они очень хорошо знают свои правила, но обязанностей не знают. Вот, особенно предприниматели. Поэтому они должны помогать, они должны уважать труд наших людей, наших вот дорожных рабочих. Вы посмотрите, они целыми днями на лопате, значит, работают на днем и ночью. Снегоуборочная техника работает на полную катушку. Расчистка улиц идет практически без остановки. Директор коммунального предприятия попросил помочь самих горожан, вернее, не мешать. Очищать центральные улицы не легче, когда повсюду, в том числе и где нельзя, паркуются машины. Почему дневное время нам очень сложно работать? Потому что практически весь город, значит, запаркован. Особенно это Нуркен-Абдирова, значит, Бухар-Жирал. Вот, значит, знаете, начиная, значит, 45-го квартала. Везде, значит, паркуется машина, и нам не дает, приходится нам их объезжать и так далее. Иногда бывает ситуация, что, значит, наезжает на наши машины, вот, ну, в нетрезвом виде. Вот недавно на космонавтов при мне прямо и знак стоял, и впереди машина стояла, наехали на нас снегопогрузчик. Сегодня на центральной улице Караганды ежедневно выводится более 50 единиц техники. Пока справляются, говорят коммунальщики. Уже в конце недели уборка снега пройдет по второстепенным дорогам шахтерской столицы. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».